И пальто серое тоже. Сколько стоит пальто серое? Потому что меня подруги просят. 4500 пальто. В принципе, не так и дорого. 4300. А на Фензи же бывает потом распродажа, да? Через месяц уже. Ну да, будет ближе в январе. Так как я подаванка. А вы спадают? Да, если бы они остались, я бы себе такие... Просто мне жаль будет сразу покупать за 100%. Уже, мне кажется, через 10 дней все будет распродажа везде. А эти сколько стоят бутсы? Потому что 6. Вот я сейчас в платье Гуччи за 2200. И в сапожках Фенди. Я надеюсь, что они кожаные, потому что они такие классные вообще. Так хорошо сидят на мне. Платье 40-го размера. Брать или не брать такое платье? 40-й размер, мне большой. Мне вчера сказали, сделаю 10% распродажу на платье. Так жаль. Большое мне платье. Мне так нравится этот стиль 70-х годов. К сожалению, вещей много. Гуччи и Фенди. А моя мама носила такие платья, бабушка. 950, да, кожа написана. Вера Пелле. 950. 40-й размер. Не, на вас это 38. Потому что все сейчас какие-то из пластики делают, как это... Технику, технокожу. Есть, да, есть технокожа. Мне не хотелось бы технокожу. Красивые такие прямо вот мои цвета. Да, вам очень идет, конечно, очень. Но и, платье и большое здесь... мне, да? 40-й размер. Большое? Как большое? Всегда, как с плеча мамы. Да нет. Может, укоротить надо будет. Да, просто рукава всегда длинные делаю, да. Можно резиночку просто затянуть потуже, может, чтобы вот они так не пускались, вот, да? Чтобы они не пускались. Опять забыла кольца дома. Не, помыла руки мылом, как все, а, намазала кремом, опять забыла кольца. Надеюсь, не пропаду. Красиво очень. Очень красиво. Мама, такие женственные цвета, да. Платье Гуччи. Это шелк натуральный? Посмотрите. 100%. А сапоги вообще первый раз вижу. Я потом, кожаные. Когда вы снимете, потому что это единственное. Они, кстати, такие платье, удобные. Удобные сапоги. Вот так. А вы посмотрите, какие впереди, оригинальные. Впереди, да. Круговая это, носок круговой, который не жмут пальцы. У меня всегда пальцы жмут. Но мне еще нравится вот эта змейка, типа черненькая. Она как-то, да, дает модернизацию, да, видите? Стильно, да, делает. Стильно, да, модерн... да. Молния, да, сзади, да, открывается, представляете? Да. И каблучок такой. Но самый главный цвет, цвет чиприя, пудры, который сейчас модный. Прямо к этому платью абсолютно подходит. Девчонки, смотрите, какая красивая девушка-итальянка. Она меня разрешила взять себя на видео. Сумка Валентина, Борса Валентина, веро? Белиссимо. Грация миле.